Ну что, ребята, еще раз добрый уже вечер. Видите, мне понадобилось для этого всего лишь 8 часов 17 минут. Правда, шел я не в гору, а по прямой. По прямой, потому что у меня было полтора свободных дня, если прошлые разы я делал разминки 15-20 километров в день, за недельку так готовился к горам, то в этот раз не получилось. У меня было полтора свободных дня, поэтому я пошел пешком. Я пошел эти километры в честь своего 60-летия, в честь своего концерта. Кстати, милости просим, правда, концерт 15-го, начало в 10 вечера. Будьте добры, приходите, буду очень рад вас видеть. Надеюсь, что ваши уши хорошо воспримут нашу музыку, и она останется в ваших сердцах. В этом я не сомневаюсь. Это определенный челлендж нашим дорогим выпускникам шотландского виски, МакГрегор, да, которого наш Хабиб чуть не придушил. Потом МакКонахью, американец, тоже выпускает виски. Но наша русская водка, кстати, я тоже занялся ее выпуском, вы все прекрасно знаете, много лучше и красивше, чем их. Поэтому рекомендую пить только нашу водку. Рекомендую ходить на мои концерты. Это я так сам себя хвалю. Я очень рад, что я прошел это расстояние. И рад, что я прошел его быстро и легко. В принципе, я мог пройти еще километров 20 легко, непринужденно. Но в принципе, а зачем? Будут еще годы, 70 лет пройду, 70 километров. Может быть, на следующий год будет времени побольше. Может быть, пройду и действительно и 65, и 70. Как будет настроение. Главное, что мы можем это сделать. И вы можете это сделать. Хватит валяться на диване, ребята. Вперед с песнями. Всем удачи. Ваш Григорий Лепс. Ура!